Екатерина Викторовна, разрешите, значит, лица компании сделать небольшой подарок. Это первая часть заложенного инвентаря для воспитанников школы. Компания приобрела, как просили, поэтому будем рады успехам наших горнолыжников, чтобы именно они занимали пьедестал весь, желательно, на тех чемпионатах, которые теперь проходят и будут проходить в городе Кировске. Это инвентарь уровня Кубка мира, который позволит на голову быть выше соперников. Да, наши спортсмены, они занимаются физической подготовкой, лыжной подготовкой. Мы занимаемся подготовкой серьезной склона, но лыжи, как продолжение горнолыжника, они очень важны. И этот инвентарь, это реально, я не знаю, там 25 шагов вперед. Перед тем, как лыжи передадут спортсменам, их подготовят. Установят крепление, обработают кант и нанесут структуру на заднюю площадку для лучшего скольжения. 50-е годы, и если мы даже просто посмотрим разницу, которая присутствует, здесь кант встроенный, да, здесь кант накладной, вот дерево, здесь уже пластик. Вот. Поэтому эволюция произошла очень серьезная. Екатерина Дружинина уверена, что хорошие лыжи – это 50% успеха спортсмена. Так что можно считать, что у юных кировских лыжников шансы на победы значительно возросли.